Отвечай, Лена. И что это было? Что мне с этим, да, совсем теперь делать? Что ты по этому поводу чувствуешь? Что я чувствую? Что все вместе, все в порядке, большая дружная семья. Так как они по отдельности могут говорить? Дороши, да, правда, там не в тему. О! Но она все равно там всегда лежала, а куда ее можно вообще деть? Никуда. Вот с этой композиции ее не достать. Это уже как изюминка этого картины. Изюминка дорожка. Нельзя посидеть. Она всегда там. Даже если она неприятная. Она приятная? Ну, поначалу это же было самый неприятный момент. Она была тебе неприятна действительно? Вначале там детей, да. А когда я их всех кучу собрала, она стала обычной. Вот есть как-то. Гороха бутинка сухая, что ли? Или какая? Средняя. Неважно, лежит во дворе все. Услежит. Она большая. Никто не обсудит, но... Хорошо. Пока спасибо. Ой, это собрать? Сейчас соберем. Вот мы сейчас увидели пример, когда времени мало. Это не говори, что я все выдумала, это все правда. Ну, я даже горошу не видела, честно. Отлично. Так что можешь не сомневаться, она там лежит такая невыносимая. Дайте себе... Что с горошиной это делать? Ну, пусть она лежит. Вот ее оставлять на том месте, где оно... Вариантов много. Всех свое надо. Не, я просто к чему, что то, что не вкладывается уже в общую картину, в конце я имею в виду. Не факт, что уже будет точно так же. Я вам даже обещаю, у вас будет совсем по-другому. И если вы, да, если вы зашли сюда, да, со своим вот с трансформированными символами, что сейчас происходило? У нас был этот питон. Мы к нему на трон добавили кота, или куда там, питона к коту, да. И мы просто все в кучку складывали, складывали, складывали. Может быть, совершенно иначе. И вы это заметите, вы мне потом расскажете. Вот сейчас времени мало было действительно на демонстрации на этой, для того, чтобы символы интегрировались. Ну, опять же, у нас как эта рукавичка. Все в домике. Все в домике, еще и дорожина лежит там, и собачка пристроена. Ну, как бы такая идиллия, вот, сельская идиллия. Идиллия за колючей проволокой. Трансформация произошла. Не такая уже идиллия, но все на своих местах. Она происходит. Змея у питона сразу же, со второго раза. Да, да, да. Ну да, я об этом не сказала. Зрительно, это был и собачка перестала выть. Она стала выть на луну. Она стала чухаться в конце. В конце чухаться, да. Меня спросили, что она делает. И стала не обращать внимания на эту горошину. Она лежит там и лежит, она средняя такая, невыносимая. Все может быть. Это увлекательное путешествие, которому просто нужно время на каждой позиции. Вы потом расскажете мне, как трансформировались ваши символы. Каждый раз, когда перед тем, как вы будете это делать, подумайте о себе, думайте о какой-то вот своей ситуации, в которой вам нужно действительно определиться, я кто. Как мне себя найти? Это я сейчас где? Угу. И ходите по бумажкам, по написанным. Да. Заканчивается техника последней интеграции и все. Да, интеграция. И из метапозиции вы можете услышать много интересного. Mm-hmm. И увидеть, что самое главное. Вот постарайтесь, чтобы в каждой позиции человек твердо стоял на ногах, чтобы он его ощущал фактически. Mm-hmm. Да. Секрет тогда будет раскрыт. Почему это все? Сейчас сделаем, и будет раскрыть секрет. Да. 15 минут в каждую сторону. Записывайте символы.